Очередной праздник на рабочем месте. 1 марта, день своей профессии, отмечают эксперты-криминалисты структур МВД. В Иванове есть профильная исследовательская лаборатория. Здесь идентифицируют отпечатки пальцев, изучают пули, проводят экспертизу алкоголя и наркотических веществ. Есть еще несколько видов – трассологическая, компьютерная, строительная, бухгалтерская. Дел всегда сотня. Ежедневно полицейские приносят килограммы материала для исследований. Представим себе дорожно-транспортное происшествие, что сбит велосипедист, автомобиль с места происшествия скрылся. Через какое-то время задерживается подозреваемый автомобиль, владелец которого все отрицает, но на велосипеде потерпевшего имеются следы наслоения лакокрасочного материала. Изымаются следы лакокрасочного материала с автомобиля, изымаются следы лакокрасочного покрытие с этого велосипеда и сопоставляются, с этого ли автомобиля произошла данная краска. Криминалисты МВД называют себя представителями науки в системе органов внутренних дел. Они стараются не только догнать, но и перегнать преступников, отследить, что сейчас у правонарушителей модно, и научиться с этим бороться. Так, например, за последние 5 лет злоумышленники плотно засели в интернете, и преступления в основном совершают экономические. Нам необходимо быть готовым к тому, что в любой момент преступность поменяет свое направление, и, соответственно, мы, как я уже сказал, должны адекватно и быстро отреагировать на то, чтобы поставить такой заградительный заслон и обеспечить уверенную победу правоохранительных органов. Работа криминалиста подойдет не каждому. Тут нужно быть умелым, смелым, упорным, постоянно оттачивая свои знания и совершенствуя физическую подготовку. В профессиональный праздник экспертам желают чистых перчаток, в частности, а значит, меньше грязных дел в целом. В том, чтобы у этих полицейских не было работы, заинтересованы и рядовые граждане. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.